Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Это вторая часть распаковки заказа по 17-му каталогу. Он очень огромный, на 100 баллов, поэтому снимала в два захода. Снимаю. Так, что у нас еще с вами из новиночек? Соль, девочки, соль. Фаберлик, появилась соль для ванны. Вот в таких вот мини-форматах одноразовых. Линейка Lovely Moments. Артикул 29,46. Я сейчас одну вскрою, конечно, понюхаем. А так у нас вообще с вами какой здесь аромат? Зимние ягоды. Зимние ягоды здесь 100 грамм в каждой упаковочке. Я взяла пока 3 Ксюшки. Мы вообще соль любим. Знаю, Ксюшки навряд ли пока, если аромат сильно выражен. Сейчас посмотрю. А Ксюшки-то точно здорово. Я люблю соль, нигде нет ни на одной пачке специального надреза, чтобы ее открыть, представляете? Так что сейчас мы с вами аккуратненько. Давайте состав посмотрим. Кстати, написано «Сладкие моменты, пусть их станет еще больше, соль для ванны». Кстати, с пеной, она с пеной. Смягчает, очищает кожу, приятный аромат, оказывает расслабляющее действие. Так, состав я хотела глянуть. Содиум хлорид, содиум лауроль сульфат. Еще что-то там по-русски нету. Как жаль. Я вот так не люблю с вот этим латинским составом. Кальциохлорид, магнезия. В общем, вроде как соль. Открываем. Давайте посмотрим. Слушайте, ягодная душка, но не противная. Вот вообще не противная, не как в бьюти-кафе. А такая вот с кислиночкой. Вкусненько, ягодным компотиком, кисленьким таким. Смотрите, вот такая вот сыпется розовенькая. Различного совершенно размера. Вкусненько пахнет. Слушайте, вкусненько, мне нравится. Потому что вот одушки некоторых продуктов Фаберлик в последнее время просто удушают. Здесь нет, все отлично, понравилось. Так, едем дальше. Как-то вот все набросано, хочется вам хотя бы сериями показывать. Нет, не серия, не серия. Снова не серия. Брала обновленные кремы для рук. Все три взяла на подарки, девчонки. Но облепиху оставлю себе, потому что обожаю ее аромат. Облепиха у нас с вами артикул 2854, омолаживающий. Просто изменили упаковочку. У нас все кремушки запаяны. Изменили упаковочку. А так, мне кажется, это все абсолютно то же самое. Да. Вот этот вот восстанавливающий, или как он у нас был. Он так и называется, наверное, омолаживающий крем для рук. А облепиха, прям облепиха с кислиночкой, супер, мне очень нравится. Так, а вот эти два я кому-нибудь на подарки, девчонки, положу, мне столько не надо. Так, артикул 2855, здесь как бы ничего нового, поэтому алоэ вера. Он у нас с вами увлажняющий. И артикул 2853, это питательный. У нас с чем у вас, с морожкой? Ягода какая-то, я прям шиповник, господи, шиповник. В общем, вот такие два кремушка. Так, дальше порошок у меня здесь. Я взяла, опять потратила купоны, продлили акцию, и купоны можно в этом каталоге тоже тратить, поэтому у кого остались, можно вполне себе использовать. Я купон опять взяла, он вышел дешево, 322 артикул, порошки люблю. У меня теперь запас, наверное, месяц на 4 точно. Здорово, хорошечно, за 200 с чем-то рублей набрала. И рада до безумия. Отстирывают, все замечательно, все супер. Так, дальше мыло. 3 штучки. Это у нас с вами зайчики. Вот они. А, два отправляю на подарки, один оставлю, конечно, девчонкам. Откроем сейчас артикул. Здесь 65 грамм, кому интересно, артикул 29,44. Давайте открывать. Lovely Moments тоже линейка. Такой слегка розоватый зайчик. Сзади написано Faberlic. И аромат обалденный. Свежести, чистоты. Какой классный аромат. Слушайте, я не люблю твердое мыло, но этим по ходу дела буду мыть руки. Обалденный аромат. Я не могу вам даже передать, чем пахнет. Что тут за отдушка, но она великолепная. Ни как в прошлом году, ни позапрошлом я такого еще Фаберлик не встречала. Она действительно великолепная, девочки. Вообще вот просто какой-то парфюм крутой, классный, запах чистоты. И вроде и цветочки, и фруктики, и что-то вот прям классная мешанина. Супер. Я третий пакетик нашла, кстати, он самый классный. Он просто потрясающий. Артикул 781-202. Кошаки. Он такого же размера, как и тот другой маленький. У нас получается два одинакового размера. Один большой, то есть банка кофе сюда тоже влезает. Потрясающие кошаки, слушайте, вообще. Ну, красота, милота.
Цвет такой. Прям хоть в квартире ставь для декора и организации хранения, потому что они очень красивые вообще. Так. Дальше у нас с вами серия «Зима». С девчонками в Телеграм договорились, что я ее буду сравнивать с прошлогодней. У нас тут нарисованы медведи. Мне очень нравится дизайн. Очень, прям вот очень. Тут на каждой баночке медведь занимается как бы разным делом. Да? 6% масла ши у нас с вами в баттере, вот этом универсальном. Артикул его 28,68. Вот как раз такой прошлогодний у меня сейчас в использовании, поэтому одушку сейчас с вами протестирую. Если эта серия пахнет так же, как мыло, я все крема выкидываю и буду пользоваться только им. Фольгу убираем. Смотрите, какой плотный. Прям чудесно. Нет, это прошлогодняя одушка, так же, как и состав, одушка тоже прошлогодняя. Да, такая же. Не очень она мне нравится, но, знаете, она, в принципе, такая интересная, медово-пряная, медово-глинтвейная какая-то, да, но хотелось бы чего-то новенького. Нет, одушка абсолютно такая же, как в прошлом году, поменяли только картинки на баночках. А ради интереса в Дзене выложу короткий ролик. Мы с вами по составам пробежимся, пока у меня старая банка есть. Я прям две банки рядом поставлю, и мы посмотрим, есть ли там вообще различия. Одушка прошлогодняя, абсолютно такая же. Так, у нас здесь с вами еще крем-концентрат для рук. Серия «Зима» великолепная. Вот прям рекомендую присмотреться тем, у кого кожа зимой обветривает, у кого сохнет и так далее. Значит, крем-концентрат для рук. Он большой, для лица прям малышка. Он тоже все запечатано приходит. Тоже плотненький, она вся серия такая. Здесь у нас уже с вами 3% масел. Ага, все то же самое, да, абсолютно. Очень питательная, классная серия, которая достаточно быстро впитывается, но оставляет, видите, как лоснится рука, кожу такой увлажненной, напитанной, гладкой, силиконистой, правда, вот может быть кто-то этого не любит, но тем не менее ухаживает круто. 28,66 крем для лица, я скорее всего на тело или на руки его израсходую. 4% у нас здесь с вами масло ши. А может быть и на лицо. Почему нет? Слушайте, он еще плотнее, чем для рук. Прям вот еще плотнее. Такая же одушка тоже точь-в-точь. Он плотнее, чем для рук. Да, прям такой хорошенький. Ну что ж, жалко. Вот если бы как мыло, зайчики, пахла эта серия, я бы, говорю, я прям была в восторге. Так, поехали дальше. 3 новых геля для душа. Девочкам. Ну как девочкам? Ксюшке, Крестюшке такой еще рано. Мимимишно. Новые ароматы, что очень радует. Давайте по порядку. Так, первый у нас... А, это вообще шампунь-бальзам. Четвертый достала. Давайте шампунь-бальзам, и тогда и начнем. Lovely Moments для девчоночек и мальчишечек. Шампунь-бальзам для всех типов волос. Домашний джем. Чем пахнет домашний джем? Кто знает, может, яблочком. 29,47 артикул. Все себе, все себе. О, кайф. Боже. Что же мне это напоминает? Не могу понять. Девочки, это обалденный аромат. Вот слушайте, насколько я не люблю вот эту вот всякую выпечку в фаберликовских средствах, да? Бьюти-кафе, вот это все фу-фу, не по мне. Но это что-то. Я не могу понять, что мне напоминает это. Груша, яблоко. Больше даже груша. Ягоды еще какие-то сладкие. Черника маленький, нет, особенно не чувствую. Чуть-чуть, вот ягоды, но он свежий, он классный, он в то же время теплый, обволакивающий, он очень обалденный вообще. Слушайте, я попробую это сама, если он еще запах на волосах остается. 29,47, девочки, вообще класс. Прям два аромата меня сегодня покорили уже. Поехали дальше. Лимонный мармелад. С зайкой, кстати. Вот прям тематика. Прям на подарки, на подарки. Так, 29,42 артикул. Да. Сладенький лимончик с лаймом. Лимон, перекрученный вместе с корочкой. Чуть подслащенный. Не совсем натуральный такой аромат. Вот он немножко такой искусственный. Но тем не менее очень приятный, освежающий. Вот я такое люблю. Я такое очень люблю. Я вот с таким с удовольствием душ принимать буду. Обалденный, понравился. По густоте смотрите, какие они. Смотрите, как долго достигает пузырик. Очень густые гели для душа, вообще обалденные. Так,
Дальше у нас с вами снеговичок, это вишневый лимонад. Вот я прям представляла, что мне будет противно на самом деле, что это будет что-то по типу бьюти-кафе. Нет, это вишня натуральная, слушайте. Но это по типу Ифрашений, а не Фаберлик. Это вишня, это варенье вишневое, такое с косточками, безумно вкусное. Натуральный вишневый компот. Вот прям натуральный. Хочется, девчонки, выпить, вот честно. Прям вот реально очень натурально. Я прям представила себе вкус вишневого компота. Я очень в детстве любила его и только его пила. Мне прям хочется хлопнуть. Класс. Супер. Едем дальше. Последний остался. Так, фруктовый лед. Боюсь нюхать уже. 29,43. Здесь у нас пингвинчик с фруктовым льдом в руках. Все густое. Да, фруктовый лед. Но вот такой бы я себе не взяла. Детям очень понравится. Не скажу, что какой-то отталкивающий аромат или приторный, но это действительно аромат фруктового льда, классического такого. Слегка ягодного, вот такого прям запаха мороженки, прям вот понимаете, точное попадание. Помните, когда года 2-3 назад Фаберлик вообще названия не совпадали с ароматами, было у них такое, а потом они исправили, сейчас просто точное попадание. Запах фруктового льда, неприторный, вкусненький, сладенький, замечательно, вообще супер. Едем дальше. Взяла две пачки туалетной бумаги. Влажной люблю, детской. Всегда пригодится. Так, артикул у нас с вами. Ее 304-01. Очень нравится. 40 листов. Иногда, особенно, вот, простите за подробности, во время критических дней это очень гигиенично. Поэтому я на каждодневной основе сейчас ей не пользуюсь. А вот в такие моменты прям класс. Так, девочки, новая серия косметики для дома. Косметики, будем это так называть. Где третий продукт? Вот. Это у нас с вами освежитель, как я и думала, да, этикеточка голографическая, видите, красивая такая, прям красивая, 303,40 артикул, у нас с вами, так, господи, аромат увлажнения, цветочно-цитрусовый, давайте тестировать, здесь есть одета вот такая вот заглушечка. Класс, класс, вот в любимчиках будет. Это сладкий какой-то цитрус, помесь между мандарином и апельсином. И не мандарин, и не апельсин. И нотка свежести. Очень класснючий. И он достаточно такой, знаете, громкий аромат. Он не будет исчезать через 5 минут, как некоторые освежители водные Фаберлик. Он такой о себе заявляющий. Яркий, праздничный, цветочно-цитрусовый аромат. Он с ароматом свежести. Он цветочно-цитрусовый, да, но цветочки такие свеженькие. Он не приторный. Тоже абсолютно неприторный, классный аромат, обалденный. Давайте мыло понюхаем. 5 в одном, и тоже, смотрите, этикетка голографическая. Смотрите, сколько вот на подарки можно взять всем родным и близким. Артикул 30-200. Такой же аромат. Не такой прям многогранный сильно, как в освежителе, в акваспрее, но то же самое, да. Иногда Фаберлик тоже баловался. В одной серии новинок разные ароматы могли быть. Так, арома Саше. Я первый раз, кстати, беру арома Саше Фаберлик. Если кто брал, напишите, как вам. 302,80 артикул. Так, открыть упаковку, достать ароматизатор, поместить его в ящик с бельем или повесить в шкаф с одеждой. Ну, сейчас куда-нибудь и повешу. У меня такое обилие ароматов кругу. Выглядит вот так. Красиво. Это самый концентрированный аромат, но вот такой же, как... Я просто близко поднесла, он там сильно концентрированный. И знаете, что здесь чувствую? Еще дыню с арбузом. Угу. А в освежителе такого не чувствовала. А здесь вот та же база, как в освежителе, плюс еще дынька, арбуз, много свежих... Арбуза, дынная жвачка. Он отличается. Нет, он отличается от освежителя. Поначалу показалось, что такое же, но нет. Цветочно-цитрусовый? Нет. Дынно-арбузный, девочки. Дынно-арбузный, да. Кто такую же штуку заказал, обязательно отпишитесь. Или тут у меня уже извращение вкус какой-то пошло, или что. Всевозможные татуировки, наклейки. Переводной татук, кстати, какое-то маленькое. Я думала, побольше будет. Это для тела. Артикул 710-34. Буду в Дзен все показывать тоже. Будем с Ксюшкой украшаться. Наклейки для ногтей. Может, к Новому году созрею на маникюр. Может, сама, может, схожу в салон. Но, тем не менее, взяла все, что имелись. Так, первый у нас с вами 710-29. Кстати, очень классные, уютные наклейки. Сделаны такие под цветерочек.
Очень классные. Потом 710-26, просто серебряные снежинки различные, абсолютно. Они блестят, красивые. Так, и следующий у нас с вами 710-27. А здесь серебристые, а остальные... А, ну шарики блестят практически нет. Во всех фигурках есть блесточки, то есть такие они интересные. Новогодние тоже. Здорово. Пригодятся. Будем с Ксюшкой делать маникюр на зимних каникулах. Так, взяла две умывашки, подмывашки, замывашки. Один плюс из серии Ума. Артикул 2792. Любим всей семьей. Используем как пену для ванны, для Кристюши, да, и для Ксюши тоже. Поэтому вот взяла две штучки в запас. Так, дальше новинки для ногтей. Девчонки, взяла обе. Сняла гель-лак, да, восстанавливаю ноготочки. И что у нас здесь с вами? Слушайте, это не новинка. Новинка. Кальциевый щит. Это по рекомендациям девчонок в Телеграм. 77-51. Сейчас пока использую другое средство. Через 2 недели начну кальциевый щит. Девочки очень хвалили. Так. И новинка как раз. Я взяла одну, по-моему, да? Нет, обе взяла. Все взяла. Я же сказала, что я взяла все, кроме полотенчиков. Так, давайте по порядку. Масло Монарда для ногтей и кутикулы. Вот так выглядит. А здесь у нас с вами Care плюс витамин Е. Артикул 6734. Оно вот такое вот светленькое. Прям совсем жидкое маслице с пипеточкой. Маленькая такая пипеточка. Давайте попробуем одушечку. Так. Слушайте, я уже после этого сошей ничего не чувствую. Или здесь нет никакой одушки? Скорее всего, нету. Хорошо, увлажняет, неплохо. Я в этом плане Фаберлик доверяю. Так, и второй продукт, 6735 артикул, это масло сушка. Вот как раз будем с Ксюшкой маникюр когда делать перед Новым годом. Попробуем его обязательно. Масло сушка. Очень интересно, на самом деле. Оно еще жиже, вот такое вот светленькое. Тоже с пипеточкой, с аналогичной. Давайте тоже попробуем масло сушку. Ой, а тут как цитрус. Ага. Цитрус прям. Да, лимончиком каким-то пахнет, слушайте. А, лимон дропс написано, да, лимончиком. Прям лимончиком пахнет. Вот такое масло, сушка. Очень интересно будет, как вот, вот. Вот как. А способ применения. Нанесите 1-2 капли средства на ноготь, слегка затрагивая кутикулы, боковые валики. Ну, я не знаю, к чему здесь оно. Сушка, оно не сушка, наверное, а вот просто... Моментальная сушка для лака, нет, защитное финишное покрытие, масло для ухода за кутикулой. Всего 1 капля значительно ускоряет процесс высыхания лака, создает защитную пленку и увлажняет кожу. Значит, ускоряет все-таки. Будем проверять обязательно. Так, ну, конечно, я взяла 2 новых шампуня. Очень такой экологичный дизайн, намного какие бренды похож. Смотрите, какой он тоже густой. Я люблю такие упаковки. Я люблю, мне нравится, вот прям я люблю. 29-15 это алоэ. Алоэ это восстановление. Ну и ароматы, скажем так, схожи. Я не про их Роше, сейчас нет, другой бренд, я уж на самом деле забыла название, у них такие же были упаковки, только здесь достаточно мягкий пластик, а там прям был твердый. И тоже внутри, сзади, на задней стенке красивая этикетка. Легкая-легкая душка алоэ вера. Вот легкая-легкая, вообще ненавязчивая, очень вкусненькая, зелененькая, вообще класс. Так, следующий у нас с вами 29-14. Все в следующих роликах будем тестировать, обо всем вам расскажу. Это крапивный шампунь, это уже укрепление. Смотрите, какой красивый, тоже такой же густой. Вообще ничего не чувствую. Знаете, травками вот чуть-чуть. А, нет, вот чувствую вкусненьким чем-то. Вкусненьким травяным отваром каким-то. С фруктиками. Фруктовая душка присутствует. То есть на 95% написано шампунь натуральный, но одушка нет. Скорее всего, она не натуральная, потому что она вот какая-то фруктовая. Здесь листья молодой сибирской крапивы. Листья молодой сибирской крапивы, хоть я ее никогда в жизни не видела, так не пахнет. Вкусная душка. Не сильно выражена, такая вот вкусненькая. Шар бурлящий Ксюшки взяла вот такой фиолетовый. Там, по-моему, было написано, что новинки. Мне кажется, они уже были. Артикул 2945. Баблгам. Угу, прям баблгам. Освежитель машины. Также вот был у нас пах. Energy Boom еще себе взяла бат. Зимой он как нельзя необходим. Это у нас с вами кофеин и таурин. Это энергетика. Я пью по 1 штуке с утра в завтрак. Когда я его принимаю, вот так я его пью. Этого вполне достаточно. Артикул 157-27. Они такие беленькие. Бело-серенькие такие.
таблеточки. Мне одной вполне хватает. Так, у меня здесь где-то еще вот зайчик. Взяли магнитик, конечно же, как не взять. Может, на подарочек, а может, нет. Вот такого он размера, собственно говоря, нормально. Ну, и здесь заяц более-менее, кстати, на магните. Выражение лица, я имею в виду зайца. Артикул 910-419. Все отлично. Сзади магнитик, как бы все замечательно. Так, чуть-чуть еще осталось. Что у нас тут с вами? По купону еще взяла, девчонки, Океану. Мист. Я его обожаю. И для волос, и для тела, и для лица. Он вообще классный. Прям вот любовная моя любовь. Купон нормальный. А так серия не очень бюджетная. 0,947 артикул. Очень хорошо увлажняет. Без какого-либо утяжеления. То есть можно использовать как тоник, лосьон, как легкую сыворотку такую, освежить волосики. На мокрое тело после душа. И аромат очень обалденный. Знаете, такой аромат чистоты. Очень люблю. Прям вот обожаю. Мой любимый тоник, наверное. Из всех. Так, дальше у нас с вами что еще? Я взяла, повторила покупку, вам говорила, буду повторять, It's Clear. Это баттер для кутикулы. Сейчас прям все про ногти у нас с вами сегодня практически. Очень его люблю. Они, по-моему, не пишут артикул на серии It's Clear, у них какой-то с этим косяк. И поэтому я его не вижу, девчонки. А, вот 77-13. Вот такая вот малышечка, она мне быстро очень израсходовалась. Мне нравится, ну, пару раз в неделю очень хорошо смазать сами ноготки, кутикулу и все ручки. Поэтому у меня расход большой. Я просыпаюсь с утра, у меня руки просто как у младенца. Просто потрясающие. Смотрите, как вазелинчик. А запах орехи. А запах этот мне просто сводит с ума. Натуральный запах орехов вообще просто потрясающий. Поэтому вот прям повторила покупку. Первая уже почти закончилась. У нас тут с вами еще Hand. Крем для рук медовый пряник. Вот такой вот зайчиком. Слушайте, я его не буду, наверное, скрывать. На подарки тоже отправлю, потому что мне, ну, прям очень много кремов для рук, кремов. 28,62 артикул. Сладкие моменты. Так, и еще у нас вот он нашелся. Ароме уже спрей. Счастье. Счастье спрей. То был у нас с вами аромадиффузор. Артикул 180. Они все приходят запечатанные, как хорошо. Хэппи. Давайте попробуем спрей Хэппи. Тоже классная душка. Очень похожа на то, что в диффузоре. Но в диффузоре она как-то понасыщенней. Хотя нет, и спрей тоже, он очень насыщенный. Прям вот вкусно-вкусно. Прям вкусно, и невозможно описать, насколько вкусно. Слушайте. Ну, прям счастье. Вроде и ванилька, слушайте, вот когда спрей распрыскала, где-то и ванилька на заднем фоне раскрывается, такая интересная. И цветочки, и что-то вот такое вот из специй, может быть, совсем из масел чуть-чуть, вот где-то там. Ну, очень классный аромат. Вообще все, что я пробовала, вот, обалденный. Я не говорю про сами масла, да, там как бы на вкус и цвет, потому что это натуральные масла. И в шарике, которые, там как бы запах натуральный. Вот это, там серия аромадиффузоров и спреев, они все обалденные. Но вот этот очень классный, очень понравился. Вот прям очень. Хотя они все замечательные, еще раз повторю, да? Слушайте, ну на этом все. Наконец-то мы с вами разгребли эти две коробки. Я уже могу сидеть, у меня уже отваливается спина. И все на свете. Ссылка для регистрации, как всегда, в Фаберлик под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем с вами общаться. Буду вам помогать. Каталог двухнедельный, не забываем. Всех люблю, целую, всем пока-пока.